Зарегистрировать свой бизнес стало еще проще. Заявление на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь принимают не в районах налоговых, а в едином регистрационном центре, который открылся на базе ФНС России по адресу Сергея Лазо, 2, а также через МФЦ. Не нужно никуда ездить, можно сразу издать документы, можно и сразу здесь потом получить. Они направляются туда, где их рассматривают. То есть госпошлину на месте сразу можно оплатить, это очень удобно. МФЦ доставит пакет документов по назначению. Получить результаты предоставления госуслуг можно также здесь. Единственное, одна тонкость есть, надо оплату госпошлины проводить по новым реквизитам, они указаны у нас на сайте. Предпринимателей ждут в МФЦ на Московском шоссе. Можно обратиться также в отделение многофункционального центра на улицу Свободы, 192, и Вилоновскую, 13. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.